Добиться высоких результатов в медицине, заниматься современной архитектурой или управлять государством. В рамках проекта «Семь шагов к успеху» школьники Сургута рассказали о своих жизненных планах на ближайшее время. Мероприятие проводится в 7-й раз. В этом году побит рекорд по количеству участников. От образовательных организаций города было представлено 25 работ. После серьезного отборочного этапа к публичной защите своих проектов допустили только 10. В финал попадают лучшие из лучших. Я думаю, нужно быть целеустремленной, уверенной в себе и никогда не бояться, ну, как бы идти на пролом, но все-таки уметь находить компромисс с людьми. Я планирую закончить гимназию с красным аттестатом, поступить в высшую школу экономики, также надеюсь, что закончу ее с красным дипломом и вернуться в Сургут, чтобы помогать городу развиваться и, ну, становиться лучше. В этом году путь к успеху усложнили для того, чтобы дать понять участникам, что в жизни им предстоит справляться с серьезными проблемами. Прежде чем представить индивидуальные проекты, ребятам нужно было проработать идеи в командах и выполнить практическую часть. К 7 шагам добавили наработку навыков успешного бизнесмена, сотрудничество с руководителями коммерческих организаций города. Помимо этого, в течение месяца школьники принимали участие в жизни ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Достаточно серьезные были испытания, достаточно серьезные задачи, но все это дало возможность детям действительно понять, что делать самостоятельные шаги в жизни, не забывать о том, кто с ними рядом, что с ними рядом всегда будут люди с разными возможностями –